Так, ребят, пошло что-то, скажите мне или нет? F5 делайте. Короче, какие-то проблемы. Давайте Я еще чувствую раз колебания, исходящие из дворца в Августграде. поставлю вам. Да, я тоже. Я слышу. Ребят, скиньте еще раз ссылочку на YouTube, пожалуйста. А, вот все, нашел я ссылочку на YouTube. Отсчет идет 11 минут 30 до начала эфира. Ну давайте, я не помню, долгая миссия там или нет, первая. Вот. Великая столица тиранов подверглась нападению. Защитите свой дом. Арктур, ты похож на крысу в клетке. Минут 30 эта миссия длится. Чтобы уничтожить орбитальную защиту Кархала, мне нужно оружие. И поскорее. Могу модифицировать генетический код верофага. Будет выстреливать споровые снаряды на большое расстояние. Ты сможешь сделать это быстро? Выживание роя зависит от эволюции. От Я не знаю, стоит начинать сейчас. Там будет много разговоров. Ну, картинку тоже хочется посмотреть, что там происходит, просто на месте событий, как бы. Как вы думаете, ребят? Потому что сейчас я просто не хочу резать запись по таким кускам небольшеньким. Ну, как-то это не очень будет. Вот. Можно голосовалку пильнуть, конечно. Если Twitch не работает, значит это технический момент, потому что, ну, у меня все работает. Я хз, почему такая хрень. Хотя могу стоп-старт нажать, может быть. Короче, голосование пилю. Быстренькое. Голосуем быстрее. Вот, ребят. Так, за все, что происходит, спасибо Ледоколычу. Миссию, говорите, начинать. Ну, давайте начинать тогда, ладно, уж так и быть. Везде все вроде раскидал. Рой вступил в бой. Поехали. С орбитальными системами защиты. Мы готовы начать наземное вторжение. Ну, я-то, что за гадки, пацаны? В чатике пусть угадывают. Налево, левиафаны на позиции. Выпускай, Рой. Большинство наших десантных капсул будут сбиты почти сразу. Пошлем миллионы капсул. Несколько долетят. Этого хватит, чтобы уничтожить систему орбитальной защиты. Воистину зловеще. Как бы сказал Зератул или протусы какие-нибудь. Так, на канал на Твиче, я вообще не знаю, идет ли там стрим. Кстати, появился вроде как, пишет мне зелененькими буквами, что ли Твич. Нахер надо его вырубать. Ладно, шучу, не буду вырубать, ребят. Все ради вас. Пока не банят, пока работают, смотрите.
Капсула со споровым орудием прорвалась через систему орбитальной защиты. Серги! Огонь! Эта область занята наземными силами Доминиона. Без поддержки наши споровые орудия быстро уничтожены. С этим я разберусь. Ссылки сама. В чатике, простите. Чё-то Армагеддоном Керриган дана. Высылайте десантные капсулы. Они должны приземлиться в этой зоне. А меня не Армагеддон, сообщи, там зерги должны были упасть. В атмосферу. Я найду ее и защищу споровое орудие. Давайте первую миссию сейчас пройдем, остальное все потом. Еще три миссии пролога останутся, моя соответственно. Разумеется. Споровое орудие сопровождения вошло в атмосферу Кархала. Покажи расчетное место приземления. Оно приземлится здесь, моя королева. Этот раз время пришло. Правильно, я помню. Твой, говори. Сам, говори. Минск будет. Ты зря ступила на мою планету, Керриган. Это была смертельная ошибка. Козел, мы тебе планету вернули, я отправлю эти воли. Тебя и твой рой туда, откуда вы выползли. Старый пес. Моя месть свершится. Что на этот раз? Время пришло. Атакованы. Моя месть свершится. Время пришло. Наши войска атакованы. Первое споровое. Пользователь в Катарас активировал премиум на ваш канал. Время после посадки оно будет уязвимо. Моя месть. Время пришло. Говори. Минск будет страдать. Доминионская защитная система Дракен сбивает большинство споровых орудий еще на орбите. Значит, мы не можем потерять те орудия, что уже приземлились. Минск будет страдать. Моя месть. Это наш мой атакованный. Минск будет страдать. Твоя королева. Так, не помню, где там база, конечно. Что на этот раз? Моя месть свершит. Разумеется. Моя месть. Да. Невыполнимая команда. Минск будет страдать. Атакует Уни. Что на... Твоя королева. Невыполнимая команда. Наши войска атакованы. Моя месть. Моя. Так, а Минск вот здесь база, по-моему, страдать. Да? Рот, время пришло. Говори. Еще одно споровое орудие прорвалось через орбитальную защиту планеты. Месть свершится. Время. А не баз здесь никаких нету. Что самое интересное. Вот там вот точно база есть. Что? Невыполнимое. Да. Эти
Эти врата ведут в столицу тиранов. Уничтожим их, и моя стая проникнет в Августград. Ты верно мыслишь. Я разрушу ворота, если у меня будет время. Еще не завершено. Менгск будет страдать. Наши войска атакованы. Время. Что на этот раз? Невыполнимая команда. Говори. Да. Кто? Менг. Он это наши войска атакованы. Рой. Колева слушает. Кто на этот раз? Время пришло. Наша королева уничтожила врата. Вперед, в город! Давай, да. Твоя королева. Моя месть свершена. Мент. Твоя. Так. Лепо слушаешь. Для нас нет. Говори. Самое время. Твоя корона. Говори. Все падут перед ро. Моя. Время пришло. Твоя королева. Мен. Да. Да. Еще одно споровое орудие приближается к поверхности Кархала. Для нас нет преград. Наши войска атакованы. Да. Так, здесь кто забил? Говори. Что на этот раз? Невыполнимая команда. Менгск будет страдать. Моя месть сверш. Невыполнимая команда. Твоя королева слушает. Да. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. На вражеской территории вот-вот приземлится наше споровое орудие. Мы должны уничтожить базу противника, чтобы обеспечить безопасную посадку. Сыны Кархала, уничтожьте королеву клинков! Менгск будет страдать. Улучшение завершено. Твоя королева. Так, куда там кто идет? А он, сыны Кархала. Говори. Моя месть свершится. Где сынки-то? Пришло. Говори. Время пришло. Наши войска атакованы. Время пришло. Да. Твоя королева слушает. Что там у вас за срань господня в чате происходит? Завязывайте, ребят. Твоя королева слушает. Да. Менгск будет страдать. Моя месть свершится. Время пришло. Я позабочусь об этом. Завершено. Твоя королева.
Минкск будет страдать. Самое время. Наша миссия. Что на этот раз? Так, здесь нужно... на газ. Споровое орудие скоро приземлится. Приготовьтесь защищать его. Что на этот раз? Враг атакует улей. Моя месть свершится. Твоя королева слушает. Да. Время. Нет. Моя месть свершится. Что-то я крипто не распространяю. Приземлиться здесь. Наша миссия продолжается. Атакована. Месторождение минералов выработано. Твоя королева. Минкск будет. Так. Ночные волки, вы получили приказ устранить угрозу зергов. Говори, время пришло. Минск будет так. Время пришло. Моя месть свершится. Наша миссия про... Месторождение минералов выработано. Погнали, ворот. А, это база. Ну, базу тоже можно стереть на всякий случай. Последнее это даже не ворота. Вот приземлиться. Приготовьтесь защищать его. Будет страдать. Моя месть свершится. Враг атакует улей. Да. Говори. Враг атакует улей. Минск будет так. Моя месть свершится. Атакованный. Минск будет страдать. Да.
Наша ми... Что на этот раз? Это кто там стеблет? Говори. Что на этот раз? Степа. Твоя. Разумей. Твоя. Моя месть. Менск будет. Сам. Что на твоя королева? Наши войска атакованы. Менск будет. Сам. Да. Последние врата пали. Вперед, быстрее! Загара, веди стаю в город. Я буду защищать споровое орудие. Так, а что на закон? Что на... Да. Атакованный. Наша миссия продолжает. Защитные орудия Кархала уничтожены. Рой собирается на поверхности. Так. Разгромите базы Доминиона. Что там, Близкон? Пока, базар, вокзал. Сейчас уж добиваю. Ну ё-моё, вот как они, куда, откуда вы взялись? Что? Да. Время пришло. Белый квадрат — это пушка. Самое время. Кидать даже скилл последний. Войска Доминиона отступают на всех фронтах. Иша, вели матерям стаи развернуть войска. Ледокол еще, ответьте. Загара, пошли с про работу города. Пусть они займут позиции для атаки на дворец. Да, моя королева. Настало время свергнуть императора. Ворота уничтожить раньше надо было, ну понял. Ну что, ребят, надо закругляться помаленьку. Сейчас поговорим со всеми, на Близкон идти, стоп-старт делать. Ты так близка к отмщению, тебя ничто не остановит. Не стоит недооценивать Менгска. Это самый коварный противник, с которым нам доводилось до сих пор сталкиваться. Если он убьет меня, ты должна будешь увести Рой с Кархала. Зерги никогда не отступают. Такова моя воля. Ты исполнишь приказ и поведешь Рой на битву с нашим истинным врагом. Час базара? Кто найди сказал, что час базара? И уничтожь его, прежде чем он снова поработит зергов. Как прикажешь. Тут сэр Тарас, спасибо за премиум. На Ликвипедии не всегда правильная информация. Я не хочу как бы спешить. А, или сейчас последняя миссия? С последняя, то, конечно, можно. Мы столько раз могли проиграть.
Я боялась, что мы даже не сможем добраться до поверхности. Но мы смогли. Ты сделала нас такими сильными. Но что будет, когда ты отомстишь? Ты покинешь нас? Я часть Роя, Иша. Если мы победим, нас будут ждать новые великие битвы. И мы пойдем на них вместе. Так, новое дополнение. Про лотов, что ли, показывают? Ну ладно, разберемся. Все базарят хотят. Менгск, ты сидишь в своем дворце, как паук в паутине. Вот только паутина уже начинает рваться. Так, портрет какой-то. Теперь я знаю о тиранах больше, чем когда бы то ни было. И мне их даже немного жаль. Почему? У них есть свои народы и кланы, но каждый из них внутри очень одинок. Убив их и использовав их эссенцию для блага Роя, я бы только помогла им. Ишь вы, психологи хреновы. Тиранам ничего не известно об изначальных зергах и о тебе, Тихака. Мы соберем их эссенцию. Их ждет сюрприз. Раньше они могли использовать нашу псионную связь против нас самих. У изначальных зергов нет этой связи. Она нам не нужна. Именно. А, там надо вырубать будет хрень всякую, сейчас я помню. В этот раз твой враг не сможет убежать. Война почти окончена. Не думаю, что все будет так просто. С Менгском никогда не бывает просто. Он предугадывает твои действия. Думает на шаг вперед. Но ты была частью многих его планов. Либо как сообщница, либо как жертва. Я уверен, ты выучила пару его фокусов. Выучила, конечно. А, это не последняя, а точно. Я достойной ученицей. Милые такие разговоры всегда со Стуковым. Ну а что тут? Душевная братишка. Стуков. Подвид Петролиск готов к улучшению. На Кархале обнаружена лаборатория Доминиона. С геймингом по поводу нейшенваров. Надо выйти, да, туда. Можно использовать их наработки против них самих. Погнали. Доминионская лаборатория исследования ксеноморфов. Угу. Внутри много зергов. Можно захватить, можно использовать. Менгск явно не хочет отдавать нам лабораторию. Но мы и так можем использовать оборону подопытных зверушек в своих целях. Ультралиск. На лучшее я и не надеялась. Ультралиск, услышь меня. Освободись. Прорвись к двери. Убей всех, кто встретится по пути. Отряд 4, прием. Что там происходит? Не аж лечение какое-то, у него там скиллы поставлено. Уничтожь этот генератор. И освободи ультралисков. Ядовитое химическое соединение. Большой потенциал. Внедряю в генную структуру ультралиска. Подвид токсилиск. Способность поражать противников кислотой в указанной области. Ну давайте, спускайте меня. Я на такое не подписывался!
Наведите порядок на станции! Василиск прикольный. Поймайте подопытных, иначе Менгс вам голову подрывает. Что вы делаете? Стреляйте! Новые ультралиски ждут приказов. Новые ультралиски ждут приказов. Пацаны не видят, что же происходит, что такое. Оборона комплекса ослаблена. Опытные экземпляры освобождены. Начинаем следующую операцию. Окраины Августграда. Военные сооружения. Центр снабжения. Лабораторию следует уничтожить. Внутри экспериментальное ядерное оружие. Угу. Мост охраняет войска Доминиона. Вперед! Нужно расчистить этот проход. Ультралиски! Запустить боеголовку! Немедленно! Сэр, это опытный образец. Мы не можем предугадать исход. Запускайте боеголовку! Анализирую повреждения. Ультралиски подвергнуты радиоактивному заражению. Воспользуйся этим. Интеграция с бесперспективной веткой эволюции. Подвид ультралиска, Тараск. Мертвые ткани восстанавливаются. Существо может оживать. Ну вот этот-то ПМ-бой, мне кажется. Таксилиска этого. Что это за страшилище? Мы заткнем пасти этих монстров ракетами. Спорткар давить. После смерти образуется кокон. Возрождается моментально. Еще один ядерный удар. Эта тварь возродилась. Дела плохи. Готовы. Посылаю их в бой. Моя машина! Я только закончил выплачивать кредит! Морпех выскочил. Закончил выплачивать. Давайте новых ультралов. Новые ультралиски ждут приказов. У меня наконец есть ачивка, чтобы без дополнительных присыланий вот этих пройти. Скорее всего, ну пофиг на нее. Комплекс уничтожен.
Производство ядерного оружия теперь невозможно. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Подготовлю генетический код Ультралиска. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Ну что, как мы договаривались, по сложному варианту, вот этого я уже грейдил, воскрешателя. Давайте вот этого загрейжу. Эволюция завершена. А, у эволюционных нет ачивок. Меня поставлено, что здоровье он восстанавливает, как бы. Пусть восстанавливает здоровье, потому что сплэш ему не нужен, раз кислотой бьется он, в принципе. Пусть будет так, хоть здоровье восстанавливает, я не знаю, от атак. Королева, твои стаи готовы. Вторжение в Августград начнется по твоей команде. Поехали. Это не последняя, как я понимаю, или последняя все-таки. Керриган, что ты натворила? Тысячи людей погибли ради твоей мести. Их кровь на твоих руках, Арктур. Все это началось из-за тебя. Я вершил страшные дела ради великой цели. И я буду делать все, чтобы защитить человечество от чудовищ вроде тебя. Слова — твое главное оружие. Но сейчас они тебя не спасут. О, у меня есть разное оружие, Керриган. Я всего лишь хотел попрощаться. Наши передовые стаи несут большие потери. Тираны используют пси-разрушитель. Он поражает наш общий разум, разрывая нас изнутри. Воля быстро убивает любого зерга. Понятно. Слушайте меня все. Силы Доминиона вот-вот начнут атаку. Они пытаются отвлечь нас от атаки на пси-разрушитель. Да, и мы сделаем вид, что купились. Загара, ты управляешь роем, будешь держать центр. Стуков, прикрой основные силы с флангов. Дихака. От тебя зависит все. Это устройство использует вашу псионную сеть. Но я не вхожу в нее. Она мне не нужна. Именно. Собирай свою стаю. Ну что? Дехака, и вот, кстати, веселая миссия, он прикольный. Еще он там лапами так вшатывает прикольно всех. Посмотрим, на что способен твой пси-разрушитель, Менск. Рой несет большие потери. Нужно срочно отключить это поле. Дихака, это центральный узел пси-разрушителя. Устроим ему аварийную остановку. Эти энергетические узлы служат для увеличения дальности действия пси-разрушителя. Уничтожь их, и поле на некоторое время прекратит действовать. Это поле не опасно для меня. Я уничтожу эти энергетические узлы. Как только поле будет отключено, Рой сломает их оборону. Значит, пора действовать. Я иду. Что это за существо? С ноги еще он вшатывает, смотрите. Эссенция течет. Я следую. Тиранская машина где-то сверху. Я уничтожу ее. Серги! Здесь? Быть этого не может. Раген должен позаботиться о ранах. Больше эссенции.
Бах, 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 бах. Да он кикер просто какой-то. Так, характеристики. 50 дэмэджа, 75 построения, дальность 3. По... Так, это... Разъедающий выброс. Это что такое вообще? А, это по воздушным построениям, воздушным тоже. По наземным 25-50. 0,7, армура 1, скорость 3-4. Короче, ломаю. Я следую. Я должен идти собрать свою стаю. Мы вернемся и уничтожим следующий узел. Поле разрушителя больше не действует. Подготовьте улей к сражению. Пси-разрушитель перенаправляет энергию. Поле скоро восстановится. Держи меня в курсе, Иша. Ну, тут надо одновременно развиваться, плюс дхак и миссии выполнять. Моя месть свершится. Вперед! Атакуйте, пока поле отключено. Да. Разумеется, моя месть свершится. Атакованный. Время пришло. Рой, это я. Наша миссия продолжается. Самое время. Время пришло. Мин. Да. Что на этот раз? Все падут перед Роем. Наша твоя королева. Минск будет стадо. Моя. Время пришло. Твоя королева слушает. Минск будет страдать. Да. Моя. Что на этот раз? Что на... Так, что-то как-то я по ХП так себе прошел, блин, ну по два дрона приятно, конечно, рабочие строятся, ничего не скажешь. Говори. Да. Говори. Что на этот раз? Да. Мы адаптируемся. Что на этот раз? На твою королеву напали. Это мой мир. Да. Да. Моя месть свершится. Все падут. Минск будет страдать. Время пришло. Блин, тут прирост дикий здесь, а? Говори. Надо что? Разобрать наконец-таки. Атакует улей. А это куда такие прилетели сюда? Моя месть свершится. Наша месть. Минск. Твоя. Да. Все падут перед Роем. О, да куда я ломлюсь? Здесь база есть, ё-моё. Это если... моя месть свершится. Нахрена я иду вообще в другую сторону, в противоположную. Мы адаптируемся. Наша миссия... Говори. Да. Что на этот раз? Разумеется. Минск будет страдать. Обнаружен энергетический скачок. Поле разрушителя скоро начнет действовать. Говори. Минск, время пришло.
что на этот раз, войска? А вот сейчас вам сюрприз будет, братишки. Всем войскам отступить кулью. Что на это? Войска атакованы. Минск, твоя королева слушает. Что? Говори. Так, Оля поперла. Эриген, сегодня ты и твой рой в последний раз угрожаете человечеству. Какой белобрысый болгар? Дихака, поле снова включилось. Я отвела рой назад. Теперь твой черед. Моя стая готова уничтожить энергетический узел. Тревога. Рой не может противостоять энергии поля разрушителя. Нужно отступить. Это устройство источает огонь и смерть. Я должен подтащить его. Я собираю. Я иду. Я следую. Эссенция течет. Я следую. Да. Я следую. Я иду. Больше эссенций. Так много эссенций. Я беру эссенции. Я собираю. Эссенция течет. Я следую. На готове. Больше эссенций. Снаги в танк, на. Я иду. Еще один. Оп. Наши войска атакованы. Наготове. Я. Так много эссенций. Все меняется. Эссенций. Я собираю. Наготове. А ты чё? Следую. Эссенция течет. Я следую. Атакует улей. Много врагов. Больше эссенций. Атакованы. Эссенция течет. Наши рабочие атакованы. Так, сюда надо зайти. Я следую. Наготове. Блин, а тут-то надо ж контролить. Ё-моё, я вообще забыл про этот момент. Все падут перед рук. Вот чё, тут же мультитаск нужен. Атакованный. Минск будет. Yes. Моя задача. Короче, понял я. Выполнена. Я ещё вернусь. Чё-то я это затупил. Надо же строиться ещё при этом всём здесь-то. Поле отключено. Смерть доминионца. Рейды не сделал. Ну ладно, я думаю, даже при таком распаде всё нормально. Говори. Твоя королева. Моя месть. Это что? Да. Разумеется. Несколько плёточек запилим.
можно по паре люры оставить. Твоя королева слушает. Твоя королева. Разрушителя скоро будет восстановлено. Майами. Это моя королева. Говори. Мин, время пришло. Улучшение завершено. Отступаем к улью. Не завершено. Что? Да. Так. Остался только один энергетический узел. Уничтожь его. Так, ну что? Мы снова сломаем ваше оружие, тираны. Уничтожим энергетический узел. Ваш час настал. Соберите их эссенцию. Я слушаю. Все меняется. Больше эссенции. Отряд изначальных зергов прибыл. Наготове. Я следую. Я беру эссенс. Я собираю так много. Я слушаю. С ноги на. Больше эссенции. Враг атакует улей. Что на этот раз? Рой вступил в битву. Рой этой. Я собираю. Эссенция течет. Я следую. Враг атакует улей. Это мой мир. Говори. Я иду. На твою королеву напали. Все. Я больше эссенции. Время пришло. Эссенция течет. Я собираю. Да. Я. Улучшение завершено. Наготово. Нужно отвести войска, иначе поле уничтожит Рой. Я меняюсь. Еще одна группа изначальных зергов на подходе. Я следую. Больше эссенции. Атакует улей. Нас ждут Так, погнали, ладно, эссенс. Тут там что-то. Все. Наши силы атакованы. Будет умный месторождение.
Сверххищник. Выполнено. Я еще вернусь. Теперь поле пси-разрушителя отключено навсегда. Мы должны во что бы то ни что стало это было-то? Все в атаку. Что-то на муви все пошло. Так. Бывает. Контрола попутались. Все в атаку, а все уже в атаке подохли. Ну это я куда-то жму, не понять куда. Понятно. Страшного ничего нету в этом, я думаю. Чё-то запарился. С дыхакой маленечко. Поле пси-разрушителя скоро будет восстановлено. Один энергетический узел. Сейчас уничтожим мы его. Мы снова сломаем ваше оружие, тираны. Уничтожим энергетический узел. Ваш час настал. Соберите их эссенцию. Да. Отряд изначальных зергов прибыл. И свершится. Атакованный. Наготове. Все. Я слушаю. Я следую. Я вижу. Атакованный. Я следую. Я иду. Я атакует улей. Больше эссенции. Время пришло. Твоя королева слушает. Нас ждут перемены. Нужно отвести войска, иначе поле уничтожит Рой. Яйца. Да. Минкск будет страдать. Я беру. Да. Я меняюсь. Так много эссенции. Еще одна группа изначальных зергов на подходе. Нас ждут перемены. Я собираю. Атакует улей. А по воздуху-то дыхаки неплохо садят.
уходит. Моя задача выполнена. Я еще вернусь. Улучшение завершено. Теперь поле пси-разрушителя отключено навсегда. Мы должны во что бы то ни стало уничтожить пси-разрушитель. Все в атаку! Во имя Роя! Все падут. Что на это? Начинайся. Атакованный. Да. Энергетические узлы уничтожены. Убейте тиранов. Поглотите их эссенцию. Говори. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Месторождение минералов выработано. Самое время. Разумеется. Ну, падать-то она будет там. Моя месть. Месть. О, со своим, правильно. Время пришло. Говори. Моя месть свершится. Месторождение минералов. Да ракета-то летит, не понимаю. Иду уже никуда, походу. Тебя собираю. Минск будет страдать. Всех. Время пришло. Разумеется. Да. Я защищу от тебя человечество, Керриган. Как уранили. Месторождение минералов. Короче, тут на изичах все поломал. Сколько времени-то? 22:52. Мы оттесняем войска доминиона в императорский сектор. Ну что? Это был твой последний козырь. Последнюю миссию или как, ребят? Так, со всеми поговорить. Моя королева, я готова ко всему. Даже если в этой битве мы погибнем, нам уже удалось сделать невозможное. Благодаря всем привет, ребят. Благодаря власти Менгска пошатнулась. Теперь все зависит от самих тиранов. Но это ничего не значит для Роя. Ты права. Но на орбите по-прежнему находятся Левиафаны с матерями стаи на борту. Рой будет двигаться вперед, что бы ни случилось. И он больше не будет прежним. Ты чувствуешь, как рушатся все твои планы, Менгск? Как разваливается твой мир лжи и манипуляций? Скоро ты почувствуешь всю боль, которую причинил. Ну ладно, ладно. Так, загад. Моя королева, я запомню то, что ты мне сказала. Но время для разговоров закончилось. Пришла пора убивать. Ты права, Задара. Ничья другая помощь не будет столь полезной в этой битве, как твоя. Ты оказал мне огромную услугу, Дихака. Здесь я соберу много эссенций. Рада слышать. Ты нужен моему Рою.
Эссенция течет. Я изменяюсь. Я все еще следую за тобой. Довольно слов. Пора заняться делом. Займемся. Через час кто-то из нас умрет. Либо я, либо Менгск. Если я выживу, мы сразу отправимся на поиски Амуна. Падший Зелнага. Существо, обладающее немыслимой мощью. У нас нет шансов на победу. Тогда зачем вообще сражаться? Потому что если не сражаться, то нам останется только лечь и умереть. Сдаться и ждать смерти? Или погибнуть в битве с Богом? Русские мне такие вопросы не задают. Второе. Я с тобой. Посмотрела так. Ну что же. Рой превратился в мощное оружие. Величайший лидер. Что? Абатур, возглавляя Рой, я стремилась только к личной мести. Королева определяет цель. Когда меняется цель, меняется Рой. В этом наше предназначение. Знаешь, Абатур, иногда ты мне нравишься. Не понимаю. Общий черт побери сбор. Поехали. Оружие тиранов уничтожено. Рой готов к наступлению. Остались только защитные системы дворца. Начинаем задание. Северо-восток чисто. Восточный коридор. Не успеваем. Валериан, пора. Нет, эвакуация в процессе. Я больше не могу откладывать атаку. Обещай, что обойдешь населенные районы. Нет, Арктур мгновенно разгадает мои намерения и использует это против меня. Погибнут миллионы. Ладно, держитесь подальше. Я сделаю все, что смогу. Так, а там миссия ж не на время, как-то ее надо, ну, самому, да, просто взять и пройти. Ну же, как раз, наверное, укладываемся к играм близконовским, поехали. Какая-то шняга происходит вроде непонятная. Зрений брошен, Керриган. Больше ни одна планета не утонет в тени Роя. Кархал выживет. Выживу и я. Отличная эпитафия. Я велю выбить ее на твоем надгробии. Иша, Загара, Стуков, Дихака, Матери Стаи, все мои королевы, слушайте меня. Время раздумий и взвешенных решений прошло. Сегодня мы уничтожим врагов. Атакуйте и давите их, пока все они не будут мертвы. Говори. Майя. Твоя королева слушает. Не стоило тебе возвращаться на Кархал. Тебя окружают элитные войска Доминиона. Но даже им не удастся спасти твою шкуру. Сколько трупов ты собираешься оставить за собой? Довольно с меня твоей болтовни. Солдаты, разделайтесь с ними. Энск, твоя король. Говори. Так, ну что, занимаем базку. Минск. Да. Кажется, твои охранники разленились, Арктур. Керриган, ты заплатишь за это. Раз. Все у них заплатишь. Наши войска атакованы. Сколько платить там? Минск будет страдать. Говори, что на это? Менгск будет. Да. Моя месть.
Майк, что на этот раз? Да. Наши войска атакованы. Время пришло. Я чувствую... Нет, этого не может быть. Оп! Королева, приближается крейсер тиранов. Что-то очень знакомое. Джим? Давай покончим с этим. Не думала, что ты вернешься. Мы оба связаны тем, что произойдет сегодня. И мы сделаем это вместе. Джим, спасибо. Благодарить будешь позже. А сейчас покажи им свой боевой оскал. А, оскал там от Джима и прирост саненький. Для нас не говори. Джимми там прохлаждается, вискарь бухает. А прирост-то небольшой. Что на это? Джим, разве ты не должен заниматься эвакуацией гражданских? С этим справятся Валериан и Хорнер. У меня есть дела поважнее. Хорошо. Удерживай левый фланг, пока я разбираюсь с Менгском. Наши союзники вступили в бой. База союзников под угрозой. Наши союзники вступили в бой. База союзников под угрозой. Пора там ломать-то я уже. Что на это? Моя. Че там, Джима сейчас поломаешь? Наша миссия продолжается. Че, че за хрень-то? Мы под обстрелом! Они ведут прицельный огонь! Что ты раньше-то молчал, алкаш? Мы уже рядом. Я только сейчас прочухал, ё-моё. Твоя кор... Майами. Да. Время пришло. Да. Наши говори. Союзники вступили в бой. Менгск будет. Да. Улучшили. Наши войска атакованы. Менгск, твоя королева. Май, что она? Так, Беллингов вообще ни разу не строил. Атакует улей. Разумеется. Ё-моё. Ну чё за дичь, какие здесь плетки могут помочь? Тут имбою мне такое, такие, смотрите. Чё творится, да. Просто. Все падут. Вот против лингов, да, они не так эффективны. Наши войска атакованы. Рой, это я. Менгск, время. Говори. Разумеется. Да. Твоя королева слушает. Время пришло. Говори. Моя месть. Наш Менгск будет страдать. Атакованы. Блин, а нахрена мне вообще воздух? Да. Мне кажется, что он нахрен не нужен здесь просто. Люра, говорите. Ну, сейчас Люру сделаем от Джейми. Время пришло. Менгск будет страда. Говори. Моя месть свершена. Враг
атакует улей. Говори. Что? Улучшение завершено. Наши сомнительные союзники под угрозой. Наши войска атакованы. Что она? Готовься. Скоро мы выступаем на Доминион. Да, там они выступают, я не знаю. Да. Что на моя месть свершится? Да там дефать уже не надо, там три люра хватит. Эскадрилья Звездная Ярость, уничтожить Гиперион! К нам приближается чертовски большая флотилия. Пожалуй, помощь нам не помешает. Пытается проникнуть в город через укрепленные позиции врага. Если вы ударите по ним с тыла, моя стая сможет присоединиться к вам. Я позабочусь об этом. Говори. Так, ну что? С удовольствием, моя королева. Атакованы. Твоя королева слушает. Разумеется. Минск будет. Что на этот раз? Твоя... Так, еще не бункерата заново не отстраивает, я не понял. Моя месть. Да. Время пришло. Да. Твоя королева слушает. Акс. Улучшение завершено. Сателлимит Олинги, по-моему. Кует улей. Улучшение завершено. Наши войска атакованы. Время. Они строят помаленьку. Время пришло. Говори. Твой. Моя. Приготовься. Скоро мы выступаем на Доминион. Что? Время пришло. Мил. Время ты. Что на этот раз? Моя месть. Минск будет страдать. Эскадрилья Альфа, уничтожьте этот проклятый корабль. У нас вражеские крейсеры. Сара, я бы не отказался от твоей помощи.
Так, здесь у нас что-то все зашло, непонятно как-то. База союзников под угрозой. Время прекращается. Мы уничтожили силу защиты. Дихага, отправь свою стаю в город. Прекрасно. Мы полакомимся их эссенцией. Ну, Дихага не оригинален. Самое. Время. Наши войска атакованы. База наших союзников. Наши войска атакованы. Лена, время пришло. Моя. Наши войска атакованы. Говори. Наша миссия продолжается. Минск. Какая что за хрень такая? Разумеется. Говори. Рой, это я. Наша миссия продолжается. А, это мост сюда. Кстати. Интересная тема. Выступаем на Доминион. Время пришло. Так, базу ставить. Да, базу надо ставить. Я не позволю тебе уничтожить последний шанс человечества на выживание. Это я. А? Свет. Наши войска атакованы. Атакует улей. Наши войска союзники атакованы. Бой. Да. Что за хрень? Твоя королева. Блин, а там Роуч наплодил, просто как царь. Я позабочусь об этом. Говори. Все по... Да. Мы адаптируемся. Стука, путь расчищен. Ясно. Давай покончим с этим. Что на этот раз? Чё-то я законтролил. Наши войска. Вся. Атакованный. Время пришло. Так. Что на этот потом раз? Потом будем кидать мы еще. Да. Говори. Минск будет. Естественно, время скоро. Что на этот? Кастер тут. Райнер, тебе это ничего не напоминает?
Как мило было со стороны твоего подельника вернуть мне мою игрушку. А, черт! Эту махину невозможно забыть. Менгск выслал Одина. Сара, продолжай наступление. Тебе надо закончить эту битву. Еще чего? Я тебя не оставлю. Самое время. Моя месть свершится. Твоя королева слушает. Разумеется. Менгск будет говорить. Время пришло. Мы вырубили Одина. Да, мы вырубили, как да. Вы там держитесь? Не волнуйся за нас. Мы еще на коне. Менгск будет страдать. Менгск будет страдать. Мои ребята готовы к бою. Мы скоро выдвигаемся. Так, по ХП просел маленько. Моя ми... Твоя королева слушает. Время пришло. Так, пора двигаться вперед. Моя месть свершится. Твоя королева слушает. Время пришло. Говори. Менгск будет страдать. Что на этот раз? Твоя король... Говори. Менгск будет страдать. Так. Люру копаем где-то. Тут. Пошли изначальные зерги. Хорошая атака получилась такая. Что на это? Объединенные доминионом человечество сильнее, чем ты. Мы развеем твой прах по ветру. Солдаты, остановите королеву клинком во имя всего человечества. Менгск будет страдать. Наши войска. Ну что, вроде как разобрались. Сагара, прими командование. У меня аудиенция с императором. Да здравствует королева! Ну что, ребят, да, мне самому понравилось, как быстро проломал. Давайте смотреть, конец ходца. Вот, всех с этим я и поздравляю. Теперь осталось пролог Лотва и Лотв 10-го, как выйдет. Кстати, если кто в курсе, во сколько Лотв выйдет 10 числа вообще? Когда мы его сможем увидеть? Хороший вопрос, я просто реально не знаю. Гипериона. 25 минут. Продолжить.
Пролог? Не знаю. Одиннадцатого в час ночи, но это будний день просто, нет смысла начинать в час ночи, видимо, я днем уже тогда начну следующий день, чтобы как бы люди с работы там пришли вечером смотрели. Здравствуй, Керриган. Давно тебя жду. Я удивлена, что ты не сбежал. Сбежал? Дорогая, боюсь, что тут ты ошиблась. Хитроменск. Неужели ты думала, что я подпущу к себе такую опасную тварь, как ты, не приняв мер предосторожности? Несомненно, ты моя величайшая ошибка. И теперь, наконец, ты умрешь. Чёрта с два! Муки ада не искупят твоей вины за загубленной жизни. Я сделал из тебя монстра, Керриган. Ты сделал монстрами всех нас. Чё-то жестко Мень взорвался. Че, он псионик был? Или террорист? Здорово, Кидос. Говна много? Походу, да. За все. Рад был помочь. Как и всегда. Да, мультики, конечно, умеют делать. Близы. Теперь я вижу своего истинного противника. Он выжидает в пустоте, и ему подвластны немыслимые силы. Чтобы сразиться с ним, я отказалась от всего. От человеческих радостей. Ослабей. Вообще, думаешь, Спайса там все курнули? А где? В Лизарде или здесь? Или в компанию? Ребята вот эти. Я — это Рой. Вот такая вот херня, что я вам скажу, ребят. По ходу дела, да. Короче, ребят, я выхожу, стоп-старт делаю, секундочку. Всем привет, еще раз.